В детских садах Южного Урала открываются группы для грудничков. В 5 муниципалитетах области уже есть 32 группы для детей от 2 месяцев до года. В каких городах еще открыли подобные группы и где они уже появятся этой осенью? Денис Киселев расскажет. Оксана Галанова с супругом решили социализировать ребенка с самого младенчества. Дочке всего 11 месяцев, а она уже ходит в детский сад, в специальную группу для грудничков. Родители уверены, что в раннем возрасте ребенку легче влиться в коллектив. Мама себя чувствует здесь замечательно. Здесь много очень маленьких детей. Она пытается с ними контактировать, пытается собрать, все нормально у нее. Счастливая, довольная, не плачет. В детском саду номер 3 Снежинска группы для малышей до года существуют больше 60 лет. С самого открытия учреждения в 1958 году. И главная задача для педагогов – особое отношение к своим воспитанникам. Педагоги должны быть как мамы. Должны объяснить, приласкать, успокоить и, конечно, играть. В этом возрасте дети играют. Из-за особого внимания к малышам в каждой группе может быть не больше 10 детей. Всего их 32. Подобные группы для грудничков от 2 месяцев до года уже существуют в 5 муниципалитетах области. Челябинске, Снежинске, Усть-Катаве, Кизиле и Сатке. И будут создаваться новые. В этом году это 5 муниципалитетов. Магнитогорск, Верхний Уфалей, Ашинский муниципальный район, Трехгорный и Куркинский муниципальный район. Вот в этих территориях деньги уже в муниципалитетах, они уже, собственно, идут. Буквально группы начнутся в конце сентября, в начале октября новые уже открываться. Субсидия на каждого ребенка составит 200 тысяч рублей. Эти деньги потратят на особую мебель, например, пеленальные столы и стульчики для малышей, и на развивающие игрушки, а также на организацию питания и специализированной детской кухни. Денис Киселев, Виктор Щелков, ОТВ.